Я гражданин Республики Казахстан Ембергенов Гарифулла Фатхулович. В честь 80-летия первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева искренне желаю ему дожить до того дня, когда он понесет наказание за многочисленные преступления, совершенные им и его приспешниками против народа Казахстана. Желаю ему, чтобы все проклятия от народа Республики Казахстан, адресованные в его адрес, настигли его еще при жизни, да и в мире ином, то есть после смерти, поскольку он своим бездарным, диктаторским, маразматическим, регенским правлением и без того доводит дальше народ Республики Казахстан до того состояния, где нет и не будет будущего, в котором независимое социально-правовое государство – это лишь иллюзия с его подачи. Прошу смелых граждан Республики Казахстан, которые желают ему того же и его клики, делать подобные видео пожелания в его адрес, связанные в честь его 80-летия, то есть в честь 80-летия первого президента Республики Казахстан, позора казахстанского народа.